Всем привет! Сегодня мы будем делать быструю и легкую прическу на учебу. Сперва отделяем две пряди по бокам. Сзади соединяем их с помощью резинки. Потом выворачиваем этот хвостик в середину. Из него вытягиваем пряди, делая его более объемным. Затем берем следующие пряди по бокам и делаем все то же самое. Потом мы соединяем все волосы в хвостик и заворачиваем их в середину, фиксируем шпильками и невидимками. Если вам понравилась эта прическа, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!